красавица. Наступила Маришка, лысая девочка, на поздно. Спряталась в кусты и ждет. Ждет она. Тут, откуда ни возьмись, появляется Сивка-Бурка, в натуре урка. Кулаком грозят перегаром врача. Давай их топтать! Давай их топтать! Подкралась к нему лысая. Да и как же делась у него добрая урка. Да как взмолился. Не топчи меня, Марьюшка. Не топчи меня, лысая девочка. Я тебе еще прикажу. А что ты умеешь делать? Как увидел лысую девочку, так сразу по-русски заговорил. Отпусти меня, лысая девочка! Избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом. И расслабься. Выходит ловчика и говорит. Чую, чую, новым русским током пахнет. Да это все тем же старым. Что надо-то? Горе у меня к тебе, девище. Ну, рассказывай. Так вот и прознала бабушка про горе. Главное, что жить они стали по-новому, даже лучше, чем по-старому. И жизнь у новых русских совсем стала другой. И вам точно так же это будет продолжаться.